Представляем вашему вниманию несколько полезных советов, которые помогут вам предотвратить появление кариеса естественным путем, без лечения или химических средств. Необходимо включать в свой рацион питания как можно больше продуктов, которые богаты щелочью. Именно щелочь способствует тому, что кости стают более крепкими. Таким образом, употребляя продукты, богатые щелочью, мы предотвращаем появление кариеса. Таким продуктам относятся овощи и фрукты. Следует сбалансировать уровень кислотности. Повышенная кислотность может способствовать нарушению уровня pH в организме, а также потере кальция. А количество кальция в организме влияет на здоровье костной системы. Именно поэтому ограничивайте употребление продуктов, которые содержат большое количество сахара и кислоты. Сырые овощи кушать намного полезнее, так как в процессе обработки высокой температурой они теряют большую часть питательных веществ и витаминов, которые крайне необходимы для здоровья всего организма. Добавьте в свой арсенал принадлежностей по уходу за зубами масло чайного дерева. При ежедневном использовании этого масла вы сможете быть уверенным, что ваши зубы надежно защищены от размножения бактерий и, соответственно, от повреждений зубной эмали. Старайтесь пить как можно больше воды, ведь вода просто необходима для того, чтобы образовывалась слюна, а именно слюна помогает сохранить здоровье полости рта. В ней содержатся ферменты, которые покрывают зубы и защищают их от воздействия внешних факторов. С вами был канал Тролльная прогулка. Подписывайтесь на канал, будем рады новым подписчикам. До скорых встреч!